Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня покажу CSGO Mobile, поэтому если вы ждали, чики-бамбони, прямо в эту секунду, мужики, прожали по лайку, подписались на мой канал, ну что же, пух-пух-пух, поехали! Ну что же, мои сладенькие, надеюсь, вы готовы, ребята, заваритесь чаёчек, возьмите конфеток, расслабьтесь, ноги на стол закиньте, и приятного просмотра, а я вам пошел показывать самые лучшие CSGO Mobile для вашего телефона. Ну и первый наш шляпналах, ой, аналог CSGO Mobile, это Алекс CSGO Mobile, ранний доступ, ребята, я бета-тестер, прикиньте, ха-ха. Просто посмотрите на эти скриншотки, ребята. Плюсик в комментарии, у кого пристал победжончик. Ну и прямо сейчас мы посмотрим, насколько же эти скриншоты будут отличаться с реальной игрой. Ну что же, ребята, и вот мы в главном меню Alex CSGO Mobile. Ну что же мы можем сделать? Мы можем поменять ник, например, не КентТПК, например, Пеппа АПК. И кто напишет так в комментариях, ребята, все буду иметь дело лично, тупо слабка буду вырубать, поэтому не надо так шутить. Дальше у нас есть возможность поиграть на двух картах. Обалдеть, какая же красивая картинка на этих картах. Мне интересно, как эти карты будут выглядеть сами в игре. Дальше у нас есть вот такой вот инвентарь, в котором есть 3000. Обалдеть! Дальше после этого у нас есть настройки и еще какая-то непонятная кнопочка, которая не работает. Ну что же, давайте начнем мы, наверное, с перчаток. А что можно с ними сделать? Чего? Перчатки даже применить нельзя! Это что за какаха? Ладно, понял, принял. Давайте открывать кейсичек. Ой-ой-ой-ой-ой, пошел контент по трубам. Ребята, то есть, чтобы открыть кейсичек, мне надо просмотреть 30 секунд рекламы. Просто представьте, что я испытал 30 секунд моей жизни в никуда. Да я за это время мог сделать все что угодно. Ну, например, в туалет там сходить или еще что-то. Опа, ребята, джекнайф выпадает, иди сюда! Так, а вот это уже было обидненько. Не, я, конечно, все понимаю. Но тут, кажется, дроп падает даже похуже, чем в стендофе. И что скидало? Так, давайте еще раз. Попытка номер два. Надеюсь, в этот раз мне повезет немножко побольше. Ага. Повезло! Игра зависла! Теперь вообще ничего не открою. Ой, стоп, она развисла! И мне выпал еще одна лоха. А, все опять зависло. Да, ребят, что-то какие-то проблемы с этим CSGO Mobile. Что? У этой игры 1 миллион скачиваний! Это что за психи ее скачали? Ну а вот я, ребята, только что зашел в игру. Ну, я вам скажу так. Определенные различия со скриншотами имеются, ребят. Ну согласитесь, да? Это что такое? Я как будто вернулся в пещерный век. Тут динозавров нигде нету. Алло! Мамочки моя! Ё-моё, знаете, такое ощущение, как будто я на ютубе поставил качество 240p. Обалдеть, насколько же все плохо. Так, ребят, давайте посмотрим. Есть ли тут различная анимация у оружия? Так. Анимация нема. А как тут реализован выстрел? Бля, и выстрел нема. Мамочки моя. У меня КР в руке. Ха-ха. Это что? А чё по анимации? Я грибу Али-Бабу. Что просто с анимацией? Что с графоном? Что со всем? За что мне такое наказание? Так. 5 minutes later. Что? Да тут же графика 5 раз покруче. Ничего себе, сказал я себе, ребят. Просто прикиньте. Я зашел на карту номер 2, и тут графика реально в несколько раз покруче. Вау, вот это я понимаю. Единственное, я не понимаю, а где тут играть? Ну, тут же только один плент. Или есть второй плент. Давайте просто пробежимся по всей карте. Мне просто интересно, чисто теоретически, чисто гипотетически, вообще возможно в это играть или нет. Ребят, посмотрите, насколько же маленькая карта. Тут даже нет прыжка. Не, ребят, мне уже немножко плоховатенько стало. Давайте-ка мы лучше посмотрим на более нормальные аналоги CSGO Mobile. Ну а следующий наш пациент это Brutal Strike. И я вам скажу даже так, это очень популярный аналог CSGO Mobile. И я прямо сегодня покажу, что же это такое. И самое главное, в этой игре даже есть голосовой чат. Обратите внимание на рейтинг. Судя по рейтингу, эта игра должна быть еще лучше, чем Stand of 2. Здорово, школота! КентТПК на проводе, ё-моё! Кто сейчас будет громче всего кричать слово прокачка, того беру прокачку в стендофе.
Я вам скажу даже более. У этой игры есть один небольшой минус. Этот небольшой минус называется треугольник посреди экрана. Я отвечаю, я не знаю, что это такое. От него они просто нереально избавятся. Посмотрите, куда не нажимаю, он везде есть. Здорово всем, братва. Короче, план таков. Все идите за мной, понятно, что не грибоед. Уля, я в каком-то самолете оказался. Пацаны, что происходит? Ёпсель-мопсель. Пацаны, я лечу. Египетская сила, это точно CSGO Mobile. Ля, что происходит? Пацаны, кажется, мимо карты лечу. Ой, ой, блин, о, нормально, я жив, я жив. Пацаны, короче, план таков. Все за мной, кто не грибоед. Все за мной, погнали. Блин, ребята, я вам скажу так, пока что это самый лучший аналог CSGO Mobile, и он мне даже нравится. Он фриковый, но он реально прикольный, веселый, смешной, интересный. Братва, напал! Ну а теперь давайте познакомимся более детально, что же это такое. Есть менюшечка, в которую вы можете зайти на любой сервер. В этом можно выбрать любой режим. Тут, ребят, режимов так много, тут можно проводить миссии. Можно играть в зомби-мод, тут можно просто стреляться. Тут можно делать все, что вы захотите. Это нереально круто, и за это лечит меня огромнейший лайк. Во-первых, что я хочу сказать, то что каждый раз, когда я захожу в эту игру, все общаются по голосовому чату. Это не Stand of 2, где голосовой чат вроде бы есть, а вроде бы это и лаганная хрень, которую никто никогда не использует. Тут с голосовым чатом играет каждый школьник. Так, братва, все молчать, батя пришел. Я просто не могу, тут каждый школьник общается по голосовому чату. Ребята, пожалуйста, прямо сейчас скажите, что лучше, эта игра или Stand of 2? Такой вопрос к вам. Stand of 2. Stand of 2. Ой, ля, я кажется, даже мастерину дал. Ля, вторую мастерину дал. Стоп, это зомби-режим. Это зомби-режим. Братва, что надо делать? Расскажите, тут зомбарики это есть. Кто с флешки бросает по мне? Кент, это настоящий? Да, я настоящий Кент ПК, здорово всем, пацаны. Блин, слушай, определенно мне это нравится. Давайте попробуем поиграть немножко с Авиком. Авик тоже прикольная тема, а ну-ка. Ой. Кент, а ПК, я ПК, я подписан. Тут слишком много людей с голосовым чатом. Слишком много. Тут, наверное, голосовой чат это самое смешное, что тут есть. Что ты про маму сказал? Повтори. Ребят, я специально отключил голосовой чат, потому что, ну, просто невозможно играть. Все кричат, и при том, если вы хотите сказать, что Stand of 2 игра для школьников, поиграйте немножко в Brutal Strike. Вот тут реально одни школьники. Что я могу сказать по поводу этой игры? Пока что это реально самый лучший аналог CSGO Mobile. И он действительно мне понравился, потому что посмотрите на все это. Да, графика устаревшая, как будто CS 1.6. Но это на телефон, и вы можете играть в это на вашем самом слабом андроиде. Да, есть проблемы с анимацией, да, какие-то. Но тем не менее, анимация тоже есть. Вот такая вот анимация перезарядочки. И если честно, очень даже неплохо. Тут даже есть какая-то механика стрельбы. И самое интересное, есть даже... Тут даже есть киберспорт, понимаете? Даже есть киберспорт по этой игре. Я сам в шоках. Ой, хорошо, ой, хорошо, ой, хорошо. Ля, пацаны, посмотрите, как смешно. Братан, чё с тобой? Все, ребят, извините, победили. Ну что же, ребята, в принципе, это все. Обязательно пишите ваше мнение по поводу этих двух игрушек в комментариях. Мне будет интересно почитать. Ну а с вами был ваш Кент ПК. Обнял, приподнял. Не забудьте подписаться на мой телеграмчик, там будут халявные промики. Также на мой инстаграмчик и на мой ютуб канал, самое главное. Все, ребята, обнял, приподнял, всем удачи и всем пока.